московская гораздо лучше движется, блядь. А здесь, ага, хуй, закрыли, сука. Нихуя. Прямо 1 километр 500 метров. Ебать, что ты творишь, нахуй? Он его что-то подрезал, походу, или что-то, его не пускает, короче. Ебаный в рот, стали, блядь. Я ваш рот ебал, пацаны. Опа, блядь, нихуя себе, блядь. От машины, блядь. Пиздец, нахуй. Чё, блядь, разве-то, блядь? Разнять их, блядь. Блядь. Да прекратите, господи, мужики, чё вы, блядь, из-за этого, мужики? Блядь, на работу опаздывает, слышишь, из-за вас, нахуй. Получаете ремонт свою страховую, знаю. А если вы, у вас нет страховой? Значит, мне так починить. Ну что, пары где-то? Ну надо это, так, на штрафу все равно. Я завтра заеду. Oh, baby, you're
будущего, и мы сейчас начнем говорить вначале все-таки о том, что происходит во Франции, ну а потом посмотрим, каковы действительно мировые тренды. Что делаешь, блядь? Диман, я за рулем, я не могу разговаривать. Давай потом. Блядь. Тоже унесло. Смотри в знак. Со встречняка, значит. Блядь. Скользко-то, пиздец. А вон он в это уебался, значит. Она нормальная. Пожалуйста, ребят, мы в Нижний Новгород едем. Вот так вот, это квест. Ну, пожалуйста, вообще срочно надо. Ну, пожалуйста, мы будем ищем. Девушка, ну как вот так? Там
Москву. Она его засверлила. Вот так в Самаре отношения между водителями выясняются.